Ярко, красочно, эмоционально. В Чебоксарах прошли республиканские соревнования по фитнес-аэробике «Тур надежды». В центре маунтинбайка собрались свыше 400 участников из разных округов республики. Подробности у Дарьи Ананевой. В турнире приняли участие и взрослые спортсменки, и юные. Самая младшая возрастная группа – трехлетние девочки. Желание стать лучшими было хорошим стимулом абсолютно для всех. Для того, чтобы победить, нужно многое. И яркие стильные костюмы, и синхронное выполнение движений, признается 10-летняя Валерия Чернова. Я занимаюсь фитнес-аэробикой, мне это очень нравится. У меня в команде несколько человек, мы с ними хорошо общаемся. И стараемся танцевать как можно лучше, занимая первые места. Наравне с профессиональными спортсменами на площадку вышли и любители фитнес-аэробики. Побороться за звание лучших приехали участники из других округов республики. Команда из Ядрина – новички. В категории 40+, они показали свои танцевальные способности на достойном уровне. Мы приехали с командой возраста 40+, занимаемся только месяц. Времени для подготовки было очень мало, но мы решили, что достойны такого соревнования. Надеемся на призовое место. Будем стараться дальше. Необычные постановки, красочные запоминающиеся костюмы, зажигательная музыка и эффектные номера. Каждая из команд старалась удивить судей своим выступлением. Конечно же, я хочу, чтобы мои детки, наши спортсмены, наши федерации всегда стремились быть лучшими, учились над своими ошибками. И, конечно же, любое место, которое они завоевывают, они должны не расстраиваться, абсолютно не разочаровываться, а брать себя в руки и работать в 3 раза больше. Только вместе, только сообща мы можем достигнуть желаемых результатов. И идти вперед, быть вместе. Девочки, вы любите фитнес-аэробику? Вы хотите тренироваться? Жюри оценивало как технику исполнения, так и артистизм конкурсантов. В рамках республиканского турнира прошел фестиваль детского спорта по фитнес-аэробике, олимпийские надежды, открытый чемпионат и первенство Чебоксар. По аэробике, так и акробатическому рок-н-роллу. И в ближайшие дни призеры начнут подготовку к всероссийским соревнованиям, которые пройдут в Москве. Дарья Ананева, Михаил Солин, «Вести», Чувашия.